Надо было нам его в земле похоронить. Не ударишь, низушка? Эльфская кровь, а? Это скандал! Вы парень, держите нас, помни? Ну, все, все, все. Ты мне тут повыступай! Сам в кутузке! Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград ни войти, ни выйти. Зачем вы закрыли город? Чтобы его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то как началась война, все сползлись в Новиград. Переловим их всех до единого. И спалим на одном костре, как скотину с ящером. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? Откуда? Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. Не крутись тут! Хватит с меня! Очередной приблуда из Тимери. А денежка какая-нибудь не должно быть ни одной головы вскрыть. Один товар по целику! Ну, а мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стругу. У дома три стражники. Нехорошо. Лесник клялся, что тут ее видел. Может, врал? Врал он, когда я отрезал ему первый палец. А со второго каждый становится честным. Рыжая шлюха дурачит нас магией. Но мы ее найдем. Это вопрос времени. Давай, двигай. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Что здесь творится? Грязно в городе. Так мы вот прибираемся. Что морду кривишь, будто босиком в говно влез? Проваливай отсюда! Повежливей, пожалуйста. Повежливей? Радуйся, что в морду не получил, собака! Держи его. Сейчас я ему покажу, где его место. Не крутись тут. Мы не справимся! Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. О, люди! Убил! Все видели! Они пришли за мной. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас убили? В чем дело? В чем дело? Зарезал охотника под нашей дверью и спрашивает, в чем дело, мутант гребаный. Тела можно спрятать. Вся улица видала, что случилось. Как придет стража, сразу нас выдадут. Успокойтесь. Мы втянули вас в историю, это правда. Но мы можем вас как-то отблагодарить. Отдавай
ожерелье и проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да, но они могли взять деньги и выдать меня охотникам. А они этого не сделали. По новиградским меркам они на редкость порядочны. Прошу тебя, хотя бы не оправдывай их. Это могло бы стать началом интересной дискуссии о морали. Но у меня на нее нет времени. Сам видишь, что творится в городе. Мне кажется, это идеальный момент для дискуссии о морали. Начнем с обозначения границ альтруизма. Самое время забыть о своих собратьях. Спасай себя. А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта? Смог бы это сделать, чтобы спасти свою шкуру? Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Но я не могу их просто оставить. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. До порта вы так просто не дойдете на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. Боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных... Или сразу идти в зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Где убежище? Недалеко. В обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. А когда ты последний раз мыл голову? Мы ничего не сделали. Как же, все так говорят. Эй, а моя награда? Награда? А, да. Зайди в штаб.
Мы наград не... Меригольд! Обещали два костра, а будут четыре. Обходи с двух сторон. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд. Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Пойдем. Сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Еще двое! Взять их! Ты проверяла каналы под Зимородком? Нет. Я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах. А теперь? Теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня нет. Видно, ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы опоздали. Хаер, ты уже там. Ты хоть знаешь, кому дерзишь? Обходи с двух сторон! Держите его! Холера, мы слишком задержались. Нет, мы спасали двух человек. Да, ценой его жизни. Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Сюда, Геральт. Трис, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. Чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце.
почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. В таких масштабах только с недавних пор. Кроме того, хорошо иметь друзей в Ковине. Особенно при дворе короля Танкреда. Эйс будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в Ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей, пока нашли капитана, которому можно доверять, мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите, достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно, с оружием в руках, а не на костре, моля о пощаде. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да, помощь риданского шпиона, соглядатая Родовида. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Ты... Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Рис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше ничего не говори и иди вперед. Слово. Если... Иду из этого живым. Прошу, черт. Ты не мой зверь. Нет. Именно этого и ждут церковь и Родовид. Чтобы магия исчезла, и мы вместе с ней.
Перестань. Иди, иди сюда. Мелители, великая мать, избавь нас от зла. Избавь. Идиотка. А тебя какая муха укусила? Ты не понимаешь? Это из-за твоих богов нас хотят жечь. Может, если мы сами пойдем к охотникам, нас они обойдутся с нами помягче. В лучшем случае они будут чуть-чуть меньше. Удачи. И то хорошо. Ну, тогда ты слышала про ложе Медеи? Это такая лавка с лебедкой, которой... Я не хочу об этом слышать. Никто не хочет об этом слышать. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь. Как это важно, что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Библиотека? Смотри! Стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варацци. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Да. Трис, я нашел выход. Сука!
Ну, сколько мне еще ждать? Погоди, слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец, помнишь? Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Что, драться расхотелось? Раны только в области шеи и горла. Следы от когтей, длинных и острых. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Он ядовитый. Это мой постоянный источник дохода. Ну, пойдем.
сдохни! Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться, как корабль. Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... до ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории, особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демонов! Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Баранты. Что? Баран, козел, остолоп. Ты даже не пытался ее удержать. Еще раз тебя спрошу, потому что в прошлый раз нас прервали. Какого хера ты интересуешься, с кем я? Если я скажу, что ты мне симпатичен, что я хочу тебе добра, ты мне поверишь? Нет. И правильно. Ты просто должен держаться подальше от политики. Я это знаю, ты это знаешь. Что важно, Рис тоже. Но твоя вторая возлюбленная? Нет. Она снюхалась с Нильфгардом, а ты, как всегда, пойдешь за ней. И, может быть, тогда мы окажемся по разные стороны баррикады. Мне бы этого очень не хотелось. Впрочем... до этого еще далеко. Поговорим о ближайшем будущем. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь.
А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Радовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. В Едании правит сумасшедший. Я служил отцу Радовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовит свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь, но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже, для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению... Приходи в Пассифлору, на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Прячь меч! Так-то лучше! За него, что в такую погоду могли бы и доплачивать. Могли бы и доплачивать.
Теперь помедленнее. Истина такова, что... А? Простите. Этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Нынешний молодежь в голове сплошной бога. Вот. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Привет. Удачи, может, я еще вернусь. Черные? Рядания? Лишь бы платили и не били. О, приветствую. Как вам нравится в Новиграде? А я всего одну и пил. Смотри, куда идешь. Бани находятся в Серебряном городе. Советую посетить. Нет сильных карт, нет золотого короля. Ничего не выйдет. Он что, не знает правил? А? Но у меня есть деньги. Пусть пойдет и купит себе что-нибудь хорошее. Или прощается. Так набрался. Что из ушей? Куда пошла? Геральт, здравствуй, мой дорогой. Ну, подойди ко мне, не стесняйся. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Ведьмак Геральт? Давай наверх, шеф уже ждет. О! А, Геральт, хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови, мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид. Поверь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию. Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля, теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего.
Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать Вызиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны, так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Как так? Мне казалось, Родовид — союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну хватит о политике, мы не затем собрались. Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно, и что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыта, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили риданского солдата в план убийства риданского короля? Ох, видишь? Даже не все риданцы готовы терпеть Родовида. А когда простые солдаты замечают, что что-то не так, значит, пора действовать. Ладно, я поговорю с Грегором. Спасибо. Постарайся не привлекать внимания, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее, исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял, попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. А снаружи? Никто. Что, нервничаешь? Нет, я просто осторожен. И тебе осторожность не помешает. Я знаю. Я покрутился по улицам, чтобы сбросить хвост, если он вдруг был. Я не меньше твоего работал в разведке. И не тебе меня учить конспирации. Черные? Ридания? Лишь бы платили. Куда спешишь? Плевать. Или не плевать. Вот в чем. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически.
Иди, откуда пришел. Проходи. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я реданцем, а дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид — другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы Редания когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Слава королю Родовиду! Шевелись, плотва. Но пошла. Повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Башмак, что-то мне подсказывает, что я на этом пути.
Следы драки. Кого-то, похоже, оглушили, а потом стащили на землю. Интересно, где хозяин этого башмака? Но. Вперед, плотва! Давай! А он что тут делает? Собираю. Да я вижу, мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок, твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Ты блестявые. Еще тролли где-то рядом. Теперь помедленнее. Yeah.
начинать с чего попроще. Так, дайте-ка я подумаю. Начнем с азов. Сука! Повторите. Кукла! Нет, сука! Сука! Я херею, что за дебил? Ох, не дебил! Ох, находчик! А ты ботинщик! Вот-вот ты и шей! Не болтай! Ну, конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа да кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Дала, не ходи. Дала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти! Боты шить! Он мне нужен. Нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Бога нет. Сделает боты, тогда пойдет. Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте, Геральт, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоебы упрямые.